Всем привет! Вы на канале Маргоши ТВ, и сегодня у нас наконец-то это обновление Dress Your Pet, точнее одень своего питомчика. Так, ура! Я очень рада, что оно наконец-то. Извините за посторонний звук. Так, давайте проверим на дракончике. Вот у нас есть кнопка Dress Pet, и вот. Вау, как прикольно, тут мои костюмчики сохраняют даже. А вот какие шапочки у меня уже есть. Вот такие вот шапочки, оденем коронку нашему дракончику. Ой, прикольно. И еще также вот пчелки, я одела такую кепочку, не знаю, как она идет или не очень. И, кстати, я тут заметила навигатор для магазина. Давайте дойдем. Что? Вау, это что? То, что, где мы это... Ой, запуталась я. Где мы ключ искали? Клёво. О, какие вот прикольные штучки. А это за сколько? Что? 250 рубаксов? Что? Это... Что так дорого? Это же обычный... Этот. Ну, зато тут я еще... Тут есть и бесплатные. Так, ну, я не хочу что-то покупать такую ерунду. И... Так, меня обманули. Да, меня отменили трейд. И, ой, а тут еще и крылышки есть. Ой, что-то они какие-то дорогие. Ладно, я куплю, наверное, эту штуковину. И, в общем, вот такие очки я цепи купила. Так, ну вот у меня вот такой вот утконосик получился. Шляпки-землероки. Я тут взяла малыша одного. И, кстати... Мне тут что-то говорит пират, я не очень понимаю. Еще я тут встретила Варю, мы с Варей тут покатались. И также обменялись вещами, которые мы купили. Вот такие вещи. А цыпов в этой штуковине, в этой шляпе пирата очень прикольный. И вот в этой шапочке. Ну... Эльф-землеройка стал обычным землеройкой. Вот, посмотрите. Просто обычным. Был такой прикольный. И вот Далматин написано, а не этот Санта-дог. Еще также мы с Димой мне подарили подарок. Я одела шапку своему пончику. И вот как красиво все Дима построил у себя наверху. Очень красиво тут все, вот так вот красиво очень. И, кстати, я заметила, что где одежда, там все поменялись и добавились новые прически. Я себе сейчас сделаю какую-нибудь прикольную новую прическу. Так, вот такие еще прически есть. О, напишу красный. Вот этот прикольный. Да, очень клевый. Так, еще я сделала себе вот такие вот шипы непонятные. Ну, чокер, да. А, и тут еще появились вот такие отсеки. И еще ко мне подружка зашла, и вот я сделала вот такие костюмчики. Только моя подружка американская, кстати. И вот такие вот костюмчики прикольные я сделала. Вот. И, кстати, я заметила, что корабль вылез из воды, как-то его достали, я не знаю уж. И еще, кстати... Я притворилась коробкой, я нашла эту коробку, точнее, она появилась. И еще все вещи, дома поменялись местами. Я еще решила Диме, раз ему своя кровать кажется обычной, делать ей вот такую вот рамочку. И мы решили лечь спать, и как раз наступила потом ночь. Потом я пошла переодеваться. А Дима пошел умыться, и я его поставила вот такой вот штуковину, делать на нем пранк. И он мне там кричал, откройте, и я такая, ой.
Я нашла тут водицу, и вот такое смешное лицо сделала. И потом я еле-еле прогрузилась, у меня какие-то костюмчики. И Дима одел такой прикольный свитер. Я, наверное, тоже такой поищу сейчас. Так, потанцевали мы еще немного. Но это уже, конечно, не про обновление. Ну, смотрите. Я нашла тоже такой свитер. Ну, всем пока. Давайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Всем пока!